Бабы, блин. Бабы, да? Говорит, уже, говорит, кофе, говорит, что, говорит, возьмешь меня? Нету денег пока, говорю. Не взял ничего? Нет. Значит, ты малышечку на ночь. Вот, чтобы не болеть. Все. Завтра все, хватит. Хорош. Завтра трезвый образ жизни. Чистого листа. Ну правильно, там смотри на смотри, буду смотри. Не забывай. Кастинг будем делать. А ты как вообще, на переезд согласен или здесь только жить? Да, здесь уловить нечего. Сваливать? Честно. В другой город? Если ехать, так ехать вместе к ней. Михайловка? Ну, выберем. Там видно будет, да? Да? Кто победит? Там посмотрим по обстановке, как говорится. Что будет, какая подойдет подходящая. Может, Анжела появится, поедет. Тоже будет участвовать. Наверняка она смотрит тоже. Динара, Анжела. Маринку будем проявить ставить? Нет. А? Нет. Леночку твою тоже не будем? Ну, спаринг можно сделать с Ленкой. Спаринг? Сань! Кто что, пойдем в центральный, кофе попьем? А что, давай здесь попьем, я возьму. Возьмешь? Куплю сейчас кофе тут. Что ходить, Владимир Иванович? Гололед такой. Так же нельзя, да? Туда идти только полчаса будем. Заказывай, иди. Ты, Олег, кофе будешь? Давай я хоть кофейком угощу. А то ты все пиво да пиво. А? Будешь? Пойдем. С пивом сам разберешься. Вот пакетик. Блин, пакет не взял. Пойдем, дядь Вов. Олег! Чего? Тебе кофе заказывают? Да. Пошли. Заходим. Юль, ну кофе три, наверное. Сделаем. Да на. Ну, и Олегу тоже. И Олегу тоже. Как дела? Я жду. Я знаю. Давай. Что там? Невеста зазывает. Я понимаю, что ты красивый. Молодец. Все кофе какой тебе? Лесной орех. Вов, тебе пока. И мне обычно. Без всяких-то каких-либо-то добавок. Нормандый? Не переборщишь сегодня, ничего? Нет, все нормально. А у меня она все вышло. Вся дур? Нет, силу есть. Денег, Зак. Найдем. Сколько надо? 1000. 1000 нету. А сколько? 1 500 рублей надо. Давай. Сейчас за кофе заплачу.
Надо идти снимать, Владимир Иванович. Налички нет у меня с собой. Так же нельзя, сэр. Наверное. Сейчас кофе врежем и пойдем дальше. Спасибо. Чашки, не да никуда, здесь постоим. Здесь? Почему нет? Хочешь, пойдем на улицу выйдем? Кофе остынет быстрее. Забрал, Владимир Иванович, отходи в сторону. Очередь стоит, ребята тоже берут. Сколько? Два. Отходи в сторону, люди занят. Берут. Мешаешь, стоишь на проходе. Зачем? Так же нельзя, сэр. Наверное. Пойдем, Олег. Иваныч, пошли на улицу, кофе остынет быстрее. Подержи ему дверь. Олег, выходи. Аккуратнее. Акулам и по кофе. Олег и его новая другая жизнь. Далее. Не успел зайти, блин, уже. Все, уже женихом зовут. А, Олег. Ну ты сейчас сам слышал. Да что ж не слышал, слышал. По женскому вопросу что-то тебя там вызывает. Пойдешь? Куда? Туда. Куда? Куда звали? Там надо с пустыми же руками, как-то неудобно. Что-то брать с собой? А так? Как-то неудобно. Серьезно говорю. Ну, правильно. Что, Владимир Иванович, пойдем за деньгами? Угу. Олег, ты сейчас что, домой все? Сейчас еще весы. А, и все.